Вежливые, культурные и сдержанные. Такими должны быть водители и кондукторы общественного транспорта Шымкента. Иначе будут наказывать. Об этом заявили представители городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог на встрече с руководителями автопарков, водителями автобусов и кондукторами. В автобусах музыка гремит. Причем с 8 часов утра люди на работу едут. Все эти минусы не раз поднимали. 40% автобусных станций не предназначены для остановок, не предусмотрены и так называемые карманы. А чтобы водители перестали устраивать гонки, нужно устранить счетчики на остановках. Вы сами платите тем, у кого секундомеры, потом и возникают эти гонки. До конца февраля перевозчики пообещали устранить нарушения, а чиновники, в свою очередь, заверили, что отремонтируют дороги и приведут в порядок остановки.